Друзья, всем привет! Наконец-то в Ташкенте солнце, наконец-то появилось настроение снова снимать и радовать вас своими видео. Поэтому обязательно подпишитесь на канал, обязательно ставьте лайки этому видео, и мы для вас будем снимать очень и очень интересный контент. А сегодня мы едем в горы кушать мадор самсу. Это очень знаменитая самса в Узбекистане. Кто знает подробно, пишите мне обязательно в комментариях, рассказывайте подписчикам, что это за такая волшебная трава. Мы едем в Сукок. Не знаю, появилась еще эта травка или не появилась, но в Узбекистане возможно все. Поэтому мы протестируем, посмотрим, появилась ли мадор травка в Сукоке. Вам все покажем, расскажем. Еще моя подруга пообещала съесть 10 самсы за раз. Она так соскучилась по мадор самсе. И вчера мне говорит, да я съем обязательно 10 штук. И мы сегодня посмотрим. Я, конечно, не уверена, что она съест, но она сейчас подъедет, и мы ее спросим. Ну, поехали! Понесли. Мы приехали в Сукок. Сейчас воздух, да? Ощущается классный воздух? Вы такие красивые, солнышко так вас освещает, круто. Нам сейчас разрешили пройти на кухню. Вика будет впервые видеть, как готовится наша узбекская сукокская самса. Самса даже с мясом должна быть. Вы меня обманываете. Нет, это именно весеннее. То есть это признак наступающей весны, вот эта самса. И будем жарить сами самостоятельно самсу вкусную. Вот шпинат. Мадор травы, оказывается, еще нету. В апреле, да, будет? Будет в апреле. Вот она уже почищенная, помытая. Круто, Вик? Как мы попали на вечеринку по самсе. Это как называется трава? Это шпинат. Вообще это обычно. Прям шпинат, да. Стоящий? Вообще не понимаю. Они выращивают. Нет, я знаю, что такое шпинат. Это не шпинат. Это, видимо, горный шпинат. Горный шпинат. Не щавель это? Нет, нет. Вот на щавель похоже. Ну-ка попробуй. Ты же сможешь определить? Не похоже на шпинат. Ну, на что похоже? Она горчит, не горчит? Пока вообще никакого вкуса не жаль. Да? Просто травка как будто выросла только горная. Тут я гуляла, Ну, обратите внимание, как все чисто. На самом деле очень все чистенько, сочная травка. Она прям... Жалко, конечно, что нет мадор, но я думала, наверное, ее выращивают. Вообще, я думала, что мадор выращивают уже в теплицах. Оказывается, нет. Все-таки ждем апрель-май. Вообще, мадор трава – это такая очень полезная трава, которая повышает давление, в ней очень много витаминов. И мы еще приедем в апреле, и обязательно ты попробуешь. А принцип, вот как сейчас мы увидим, как ее делают, вот принцип такой же будет. Малахат. Дурдона. Малахат и Дурдона нам сейчас будут готовить самсу. На самом деле, мы можем сюда возить наших туристов. Ты своих, я своих. Интересно. Да, вот так раз-раз. И готово. Очень много травы кладут в порцию. Закрываем. Вот порция для Катерины готова. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Уже даже 11. Вот такой вот лиганчик она сейчас съест. Готовит свой желудок. И вот сейчас мы понесем туда, в тандыр, печь самсу. Катя Рахмат. Все, мы пошли делать шоу. Все для тебя, подруга. Ребята, приходите сюда, чтобы поесть самсу. Ну, красота. Ну, эти мы помогали делать, они еще вкуснее.
Ой, девчонки, вы сейчас как попробуете, обалдеете. Все мы вам принесли. У вас самые вкусные самсы, потому что они самые свежие. И мы здесь сядем, поставим перед Катериной 10 самсы. Если ты вдруг не сможешь, мы тебе поможем. Скоро-скоро. Вот, смотрите, так первый пошел. Да, это же просто идеальная тема. Два. Вот. Так, берем. Викуля, ой, давай. Я плачу, ешь. Идеально, скажи. Горячая или норм? Не могу говорить. Она на плёте. Что, загадал желание? Это первое твое? Да, у меня все мысли с головы вылетели. Ты теперь поняла, желания? Почему сюда все едут с Ташкента? У меня одно желание, чтобы это продолжалось каждый день. Это, правда, очень вкусно. Казалось бы, обычный шпинат, но... Я не знаю, вроде столько простые ингредиенты, но это так вкусно. Магия. Да, в меру солененько, сочно, хрустящая корочка. Вот это вот сочетание сочности и ну вот тебе хруста. Привозили же не такую. Ну, конечно, она была уже остывшая, это не то. Надо ехать сюда и пробовать с полужара. Да. Завидуете? Да-да. Так. 3. И еще 7. Еще 7 штучек нам. С чем можно сравнить? С нашими пирожками с луком и с яйцом. Угу. Уже это похоже, как бабушка на даче. Соберет лучка, пожарит. Вот это похоже. И много, скажи, очень травы. То есть они прям не жалеют. Она прям насыщенная. Вон, да, вон, сейчас я покажу. Вон. Прям очень много травы. Угу. Ой, Викуля, я тебя прям поздравляю. Это очень вкусно. Молоденькая травка такая. Спасибо, после что зимы. Привезли. Пока Катерина ушла, мы здесь секретничаем с Викулей. Говорим, что она не съест. Ну, я съела. Одну. Почти одну съела. Да. Думаю, я бы съела еще спокойно две. Если постараться, можно пять. Ага. Ну, пять Екатерина точно съест. Ну, может быть, шесть. Мы на тебя ставки делаем. Да. Пока ты... Больше уже не знаю. Чаечком. Будете чаечек? Да. Будете чаечек? Конечно. Чего больше? Мы начали процесс. Нет. Но она правда гигантская. Давай. Мы в тебя верим. Со всеми моими подписчиками. Ставьте лайки. Комментарии. Поддержите Катерину. Сколько можно съесть девушка в Узбекистане? Да, у нас было такое видео. Вот. Все ради подруги, все для подруги. Пошли. Она там уже наворачивает, я вижу. Вот тебе. Все для тебя. Как, всегда бы так. Как в песне Стаса Михайлова. Ну как, ты первую еще до сих пор смакуешь? Похоже, мы до вечера с тобой так сидеть будем. А что, нет? Короче, время мы не оговаривали на самом-то деле. Ах ты. Ну вот я одну съела уже. Сейчас Викуля тоже помогает. Потихонечку. Невозможно съесть прям быстро. Наверное, даже не помогает, а мы просто не можем на тебя смотреть и не есть. Честно говоря, да. А это ведь вторая уже. Сколько у нас осталось? Пять. Три, пять.
А взяли мы 11. Ого. Короче, съела каждая по 2. Да, это наш максимум. Маза. Ладно, ты советуешь сюда приходить? Конечно, ну здрасте, естественно. Да? Брата повезешь? 100%. Андрюха, сука, он ждет. А кому ты еще хотела привет передать? Я передаю привет всему Узбекистану. Нет, ну конкретно тебе кто-то же пишет. А, да. Ну, возможно. Я думаю... Мой подписчик пишет Катерине. Большой вам привет. Ты имена называть не будешь? Нет, я думаю, это неэтично. Да? Да, я считаю, что это неэтично. А то другой обидится, который ей тоже пишет. Сколько тебе подписчиков моих пишет Катерина? Отвечать на этот вопрос тоже неэтично. Так что... Пишите, я рада. Мне приятно. Короче, пишет мой подписчик Катерине, хвалит ее и говорит, что когда ее нету в моих видео, видео становятся очень скучными и пресными. Да, Катерина? Дословно я передала. Сколько у вас самсы фирузопах. Ой, какие красивые. Красивые. Да. Ой, очень много. Это вы на целый день делаете, да, и потом продаете, да, получается, на целый день делаете? Заказ. А, заказ это? Да, конечно. Ух, какой заказ. А вот если солнышко вот так вот показать, смотрите, какие они сияющие. Очень классные. Вот такой вот заказик. Кому-то уедет в Ташкент, наверное. Так, чтобы найти это место, где мы кушали самсу, значит, Фавора. Справа от нее, вот здесь два тандыра. И вот в этой мини-кафешке мы сидели. Это основная дорога. Викуля работает. Обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии. И мы для вас будем снимать дальше. Следующий выпуск мы едем делать тонировку на свою машину Чизор. И будем еще ставить бронепленку. Поэтому, чтобы не потерять меня и мой канал, обязательно подписывайтесь. Будет интересно. Пока-пока!